план, да? Ну, как бы я сказал, на 3 с плюсом. Как бы не 3 вара, и ладно. Дискорд дайте людям. Шо они, блядь? Что-то подвисает, да? Как это? Странные вы какие-то. То роги вам не то, то вары вам не то, блядь. Да вообще пиздец. Вара... Вары в танке, ну как бы. Вары в танке. Танчат. Представь, 3 протовара просто закрыли бы, ебать. 25 протофара закрыли бы. Это было бы просто интересно. Просто бы ШВ по КД давали, блядь, и неистовое восстановление по КД, блядь, через раз. История с Пандарией какая-то, да? Какая-то хуйня, блядь. Несем хуйню, блядь. Мне кажется, мы нанюхались хуйни какой-то. Слезы Алгалона. Алгалон плакал, когда это видел. Куда хистори делся? Зачем? Пошел чилить. Нахуй это надо. Какой? Вон он в Диссе, может отошел куда-то просто. Он курицу уже разделывать пошел. Это я курицу разделывать ушел. Я уже пришел. Курица нет, разделана. Май. Принять курицу. Теперь вон та, блядь, курица на очереди. Ну, такая невкусная, я так сказал. Это самое вкусное. Локи, как и вчера. А посох есть, мне ничего не надо с них. Локи, как вчера, да. В принципе, как бы нам позиция. Хотя, а вот кольцо с ней, честно, лучше, чем ТГшное. Смотря на кого. Включи квест, да, побольше. Этот, Бе, блять, хуй прочитаешь. Ебать. Третья пати хан. Без Джамару. Без Джамару. Не, я так не умею. И специкс, нахуй. Вы тут, ханты? Блять, и Влаш еще где-то чилит. SpaceX. Читается. Вообще-то. Ну, наверное, блять, я не знаю, как он придумал. Короче, ханты. Фанаты Илона Маска, блять. Реально. SpaceX. XXX, блять. Вилаша, принимай, где ты там? SpaceXXL, ёпт. Так, ну чё, сегодня также 4 тела, 3 роги будет, и ШПшник сидеть на боссе. Остальные хуя. Ты лучше никогда не говори этого, блядь, чтобы я этого не слышал, блядь. А то я нервничаю. Нет. Я нервничаю. Нет. Мне кажется, когда ты садишься на босса, то мы доходим до второй фазы. Не-не-не, такого не было, блядь. Хуйня какая-то. Только Локи не дамажит. Локи вообще говно класс. Этот, краш-тест ты тут, Дисси? Вас. Господа Пуги, дайте плюсы в чат, пожалуйста. Краш-тест, SpaceX, Хант третьей группы. Из гильдии пива. Да, мы точно пройдем, блядь. Так, отлично. Короче, Хант, тебя будем называть Бейк, SpaceX вижу, краш-тест. Краш-теста, по-моему, нету. Вайп-отряд, говорит. Ну типа. Суицид-сквад, блять. Значит так, на боссе у нас будут висеть, короче, действительно, все роги, кот и я. Слева. Кто вчера слева танчил? Костя, ты? Да, паладин. Костя танчит все локи слева. Этого хватало вчера или еще кто-то дамажил? Да не, нормально было. Нормально. А у нас 5 локов, значит, и там что же. Да, нам надо еще кого-нибудь туда сунуть налево. Мы сунем. Два носка мы сунем. Два носка тоже слева будешь бить. Себя не буду. Справа у нас все остальные дамагеры. Значит, приор, понятно, приверженцам этого культа. Значит, кастеры, очень внимательно, не кастуйте, пожалуйста, не убивайте себя спеллами в щит. Если видите щит на цели, свечитесь фанатика, дайте миликам время, чтобы они разъебали приверженца. Ну, хотя бы щит там разъебали и так далее. Значит, да. Ребят, до леди мы на первой фазе не бегаем,
бьют ее только назначенные люди. Если вы видите, что прям времени уже много осталось, да, что там еще 5 секунд до появления следующего трэша, ну, можете, блин, там смотаться, что-то харкнуть. Ну, так не надо, пожалуйста. Значит, во время второй фазы нам надо выбрать людей, которые будут на постоянке пиздить людей этих трэш. Это у нас будет точно Рарник, точно Ностер, точно Малефицист. Где он? Глазами не вижу. А, нет, он танк. А, он танк, бля. Ебать, хуёво. Так, короче, значит, свитчиться будут более-менее все, кроме Кота, ШП и Рок. Эти постоянно пиздят. Боссы. И не свитчаются. Свитчаются все остальные. Если видите, что в рейнже вашего там... в вашей достигаемости есть какой-то моб, блядь, свищните и заковыряйте его, пожалуйста. Так, небольшой момент личной ответственности. Кроме того, на второй фазе особо не толпитесь, потому что если в толпу дух залетит, придется всей толпе бегать. Это очень много потери ДПСа. Нам это не нужно. Ну и все. Хули, изи босс, блядь. Духов не кушаем. Так, все, ты в диссе, да? Танки танчат, дамагеры бьют, хилы хилят. Умирать нет, запрещаю. Кажется, если с этого трая... Поставь убьем... на этих, на танков метки, и чтобы они лицом к этому, к стене туда мобов отводили, а не в рейд. Особенно это фанатиков касается, чтобы фанатики в рейд не шмаляли. Кстати, да, вот вчера просьба была, Кость, конкретно к тебе, ты это, старайся, если мобов, ну, танчишь, фанатиков, резко их не разворачивать, чтобы кливом, короче, милики не получали. Сильно жаловались ребята. Вот, и там по дуге их отводи как-нибудь аккуратненько, чтобы это ребята просто в спину имели всегда возможность хуячить и не ловили инфаркты от того, чтобы у них почему-то моб развернулся. Ну так, как бы, небольшой такой нюансик. Ну и все. Все фласки пьют, масла мажут. Биг дэмэдж, ты справа стоишь. Кстати, про масла надо намазаться. Костя, биг дэмэдж, Рарник, Мистери. Кого танчит, говорит. Я так понимаю, мне все равно под каждый контроль выбегать и контролировать. Да, Ярик, тебе придется под контроль выбегать где-то там. Ну, ты знаешь, как это делается. Этот самый... Давай, ты, Вилаша, тогда вот этого центрального держишь и ближнего к леди приверженца. Видел, как я вчера делал, да? И биг дэмэдж ты с лестницы грипаешь сюда, моба, и вот этого приверженца с близи к лестнице. Да, вот. Ребят, правая сторона, еще моментик. Обратите внимание, вот там, где гоблин сейчас мелкий и страшный бегает, вот отсюда всегда приверженец выбегает. Их вообще на правой стороне два выбегает. Вот вы все свечитесь сперва в него, таргетно его разваливаете, приверженца, потом убиваете второго приверженца, который вот из этого прохода. Так, чтобы у нас не было такого, что половина правой стороны бьет одного приверженца, а вторая половина другого, и они, блин, синхронно падают. Такого нам не надо, это страшно, ужасно, просто отвратительно. Вадикон, ты, короче, все треугольники, я квадраты, а этот самый Зивандис на тебе полумесяц, луна. Мы идем? Так, да, еще совы, пожалуйста, разберитесь со Старфолом. А сейчас затестим теорию про 15 секунд. Да, кстати, попадет, посмотри. Нет, надо. Сейчас я включу таймер. Все, запускай, пол. Все готовы, даю отчет. 4, 3, 2, 1. Левая сторона, очень мало уронов приверженца. Кого вы убьете? Понятно. Больница. Так, левая сторона, по фанатикам играем. Ханты слева, свичнитесь в приверженца. ПЖ. Так, кастеры, бьем приверженца. Блять, он опять под щитом. АОЕ в него залить. Все, можно таргет наслить.
Так, снова приверженца в приоритете. Метка черри. Левая сторона, правая своих бьет. Че, мистери чилить будет весь босс, весь бой? Мистери. Да, опять мне в щиты ударило. Я только болт и все. Зачем смерч кидает? Чё гоните? Пиздец. Пары, весь трэш живой, уже новый выходит. Мало. Хорошо не играют. Всем похуй на приверженца, который стоит, блять, в щите. Физ урона, потому что... Так, у нас... Ложитесь. Давайте, ляжем. Куда-то урон делся с левой стороны. Приверженец вообще не подошел. Я знаю, куда делся. Я знаю, куда он делся. Да нет, я типа как увидел, что плохо умирает, я свичнулся. Бать, ни один моб не лёг, нахуй, уже новый выходит, это пиздец. Сейчас посмотрим. Краш-тест. Чем слушаешь? Краш-тест плюс фрейд-чат. Ну, он тебя будет обгонять по КД, даже если вы будете вдвоем свечиться или даже вдвоем не свечиться. Кто говорит, будет леди переводить? Ты делай, что тебе говорят, пожалуйста. Супер. Сможешь, типа, релить, собирай свой рейд и делай, как хочешь. Тут раз ты зашел в рейд, то делай, что релы говорят. Давай попробуем заново назначить. А ханты это, я вот просто не шарю. Там говорят, вы же должны какие-то апнутые быть, там то ли БМ, то ли что. Так и должно быть, что типа совы вас обгоняют там. Или что? Или как-то. Не знаю, я вот видел, что 257-го 18 тысяч давал. Вообще на легком. Не, ну это же в трэш. Ну там парни в трэш стояли, вроде бы. Дрим поток, а че, а где урон? Че так мало? Тебя сложило, что ли? Че это за 5к ДПС? 5,2 у него. Но все равно нечего. Ну мне показывает. Ну то есть это даже не смешно. Ну-ка, где он? Да, астролог. Где астролог? 260. Давай немножко разберемся. Вот кому ты сказал бить между кружком и ромбиком моба? И вообще между. И кружок и ромбик, сам два фанатика эти с левой стороны, кто бьет их? Два носка и три лока, правильно? Здесь два носка, ну и четыре лока, потому что как бы... Короче, ты будешь бить, да? Да. Вот давай ну, так, этот краш-тест, пожалуйста, с левой стороны вот тут, давай я тебе поставлю еще вот тут метку. Вот тут, вот этот моб в квадрате, который уходит, он всегда приверженец. Вы впятером его зергаете, два носка и четыре лока. Это ваша сторона вообще. Вот как вы убили сначала, первый убиваете квадрат, потом два этих моба мультидотаете фанатиков, потом поворачиваете камеру, смотрите везде, что по мобам. Если там дохуя мобов, помогайте. А весь остальной рейд в это время, Вадикон, там, я, получается, два все ханта. Справа хуярят, да. Да, бонсай, ПС. И у нас миликов всего получается рарник и на стресс на этом трэше. А остальные три роги и кот, они на боссе сидят. Может какого-то рогу снять? Нет, не стоит. Хотя бы одного. А хотя хисторию, кстати, можно. Комбат же хистория. Да, уже нет, я уже ШД. Я просто тестил комбата. ШДшник, я понял. Не, висите пока. Сейчас еще раз попробую. Давай еще раз попробовать. Если хуёво будет. ШДшник не может, что ли? На следующем уже попробуем. А чё, в комбате мало даешь, да? Я просто решил потестить комбата. Впервые его взял. А. Ну ладно, давай. Мне не дамажит. Проверка. Так, Локи, давайте еще раз внимательно. По центру, который у Лебок выходит. Прям в него инсекрейшн стоял. Баффа нет. Давайте я на коте свечный стрэш, контроль проще будет. Давай. Ну сейчас, Ярик, подожди, сейчас попробуем так. Если что, я тебя вызову с босса. Даю. Если увижу, что... У нас просто по факту, типа, три роги и... Извини, сейчас, да, очень много минут. В прошлый раз три человека сидело. И ШПшка. Все нормально. Сейчас многовато, мне кажется.
сейчас лучше. Контроль, готовимся. Рарник бежит. Ебало ломать. Все зависят. Все отлагало, да. Отлагало. Вроде отлагало, играем. Ярослав, направо, снимайся с босса, помогать там будешь. Не успевают ребята немножко. Слева хорошо все. За боком залечь. Играем слева по беженцу. Быстро, быстро, быстро. Контроль, 2 секунды, готовимся. Отлично. Ярослав сейчас может на боссе посидеть следующих мобов. Твичнулись по Пуэджерс. Контроль, секунду. Я бы твою мать. Восстань и обрети истинную форму. Так, по воскрешенному. Давайте левая сторона. Активно. Левая сторона свищнулись приверженца. Воскрешенного хуй забили. Там доедем. Контроль, 3 секунды. Фанатика культа, левая сторона. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Молодцы. Трэш. Контроль, 5 секунд. Секунда, контроль. Ты не в сил противиться моей воле. Давай, Зеванди, срезай бонсая сразу. Сейчас будем стопать на ляме, еще трэши переводить. Пулбаф дал лапку. Трэш 3 секунды. Контроль 5 секунд. 2 секунды контроль. Контролим стоп. Людей. Стоп по боссу. 400 тысяч. А, рарник. Дал тебе вихрь, только водикону снял. Верните Савучеву, блядь. Чё, всё, она по фанатику в приоре. Вилаша, лови. Фу, 5 напулов на... 5 напулов на Вилашу. Геру. Всё, осталось от духов отбегать от зелёных. Локи по приверженцу. Дух. Бегите, блядь. От духов. Хант, ну чё ты под духом стоишь, блядь? Духи побежали. Вон зеленые стоят. Уёбки, блядь. Контролим. Дух в миле идет. Бежим от духов в центр. Вадибер есть? Вадикон историю. Трэш, помогите. Кто ближе к трэшу? РДП с правой стороны. Алло.
Духи побежали в центр, с центра ушли. В центр бегут. Контроль сил. Стресса бы, Стресс, помогите убить. Чтобы оно отражало. Все физушники приверженцы бейте. Все приверженцы бьем. Духи побежали возле леди. Так, и кого теперь резнуть самого нормального? Ну, нос стресса, чтобы... Конечно, нос. Да. Чтобы, блять, мобов бил. Бегите, мобов. Бегите, где мобы. Дух в трэш идет. Отбегайте от духов, в мелизоне прям. Все, по нострессу фулбаф. Да вы уёбки просто, вы хлопаете духов и все. И из-за этого вон 5 тел сразу легло. Вот мне интересно, вот... Сейчас, давай, кто там? Два Биг Симару, Хант нахуй. И Вилаша один, Зеванди сидит, Фарла один. Вот эти вот люди, у вас духи вообще зеленые или вы их нихуя не видите? Поехали. Вилаша, блять. Чё с таргета выбирается? Вилаша. Зевандис. Блядь, не в какой он пати. Надо ханта в гильдию взять. Какого? Давай. Не того, чтобы как ГП дать. Да. А, и кикнуть нахуй потом. Не, кикать мы его не будем, просто мы ему будем КП давать. Хорошая идея, блядь. Хант, пойдешь нам в гильдию? Хант, который в третьей пати, блядь, хуй прочитаешь, ник. У тебя видно духов? Или тебе, может, патч скинуть? Пиво. Не, пиво нахуй. Бичимару, блядь. Не видно? Так а нахуй ты сюда идешь тогда? Факт, под тобой дух свой, блядь, пиздец. Иди, поотдыхай, два духа хлопнул. Ну, Зевандис и Вилаша, Фарла. Фарла, у тебя видно духов? Вот у Зевандиса и Вилаша, я думаю, зеленые должны быть. Фарла написал, что он танка поднимал, поэтому не успел отбежать от духа. Хорошо, ну вот как только танки у нас будут сами жить без хилов, так, наверное, тогда убьем. Давайте еще потраим. Кто-то подошел там с гильдии, может? Сейчас кто-то онлайн зайдет, свой. Нахуй нам такой хант, который два духа хлопает. Сори, хант, ну, блядь, это не вариант. Акиса там говорят. Давай, ну, кстати, Акиса вообще заебись будет. Сейчас дайте возьму одного человека на трэш. Кто там на трэш? Не хочет бить трэш. А мне вот просто интересно, а чё, блядь? Ладно, я еще помогу вам трэш побить. Так, Акису приглашаем. Так, ребят, напоминаю. Во время второй фазы вы свое местоположение особо не меняете. То есть те, кто стоял слева, стоят слева, остаются. Те, кто стоял справа, кроме миликов, понятно, остаются стоять справа. Соответственно, если у вас трэш во время второй фазы рождается на вашей стороне, вы в него свечитесь и в него играете все. Ну, кроме там людей, которые постоянно у нас на лидисе, да, то есть это ШПшка, это роги. Все. Все остальные свечиваются. Это руки очень важно. Дают. Жрите рыбу, ставьте шкаф, кто пожрался. Монти, Акису, третий панти. А, в деле это все потому, что сервер залагал. Да, по-любому. Да, это Сирус. На второй фазе Стрессу сервер залагал. 5 раз залагал. Заебал жесть. 5 духов, 5 раз залагал. Но он же написал, что не видно духов. Все понятно. Давайте суманим. Я, блядь, вижу, под ним два духа заспауниваюсь, блядь, стоит. На чили такой бьет. Давайте, быстро, 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 быстро. Биг дэмэдж, где? Куда делся? Заходи обратно. Гильдия пива просто. Фак. Гильдия пива, блядь. Водка пива, водка пива. Вот конец корпоратива. Сука. Кто там зашел? Нет. Кавказские мотивы. Биг дэмэдж. Биг дэмэдж зашел. Ага, вот вижу. Бежит. Надо ему сумон сунуть. Давай, кинь. Давайте веселее, блять. Первая фаза по хую нормально проходит. Вот там уже меньше людей сдыхают. Контроля нормально. А вот вторая фаза. Сейчас, просто отбегите от духа. Я долго. Просто отбегите от духов, и все, мы сразу убьем это ебаное говно, блядь. Я ненавижу этого босса ебаного, на нем сидеть как бичи. Давайте, блядь, сыграем. Вам же тоже это не нравится. Давайте, блядь. Кому-то нравится. Костя, ты со своим прото заебал уже всех. Ну ладно, они 3 паладина, они 4 паладина, ладно, все, забыли. Забыли, забили.
понял. Еще бафы, наверное, все есть, да? Проверка. А чем тебе протобаф не нравится? У нас ДЦ есть. Он ману регенит. Опа, трэш начал резаться. Ебать, страйк. Бежим, бежим. Красиво. Блять, за что рыбу-то мою, блять? Бежим, резаемся, это, портуемся сразу, сейчас трэш бомбить. Сейчас до жуков надо добить. Просто бабах! А это в одно и то же время, надо засекать. Вчера тоже мы... Так, бонсай, слышишь меня? Я. Вчера ты взял души, сегодня мои, не трогай их. Хуй тебе, блять. Я обижусь, блять, так честно будет. Ладно, а чё вы, куда спешите, блять? А сколько у тебя? Все равно Джайна нужен этот итем. Сколько у тебя сейчас? У меня что-то около 300. У меня 262. Ну вот у нас примерно даже этот равное количество. Тихо душ. Что тебе дохуя, что мне дохуя. Значит, в пятницу я лутаю. Ну давай по очереди. Куда бой? С целкашки. Хороший ответ. Уходите. Сейчас бояшки насыпят. Чекайте. Минимум 10. Ну да, минимум 10 зеленых шмоток. А продаж по 10 голды. На самом деле не уверен, что даже зеленых-то 10 выпадет. Ну там скупы есть же. Опа, вот она. Боишься. Себе, ебать. Пошло лутавало. Блять, как вкусно такие паки лутать, это пиздец. У кого там первый плюсик в рейд-чат распыл? Я в рейд-чат первый. Чисто. Ну, бонсай хули, 300 IQ, нахуй. Да я почти промазал, блять. На судорожной хуйне там, блять, просто, блять, вывез. Руки трясутся, понимаешь, блять? Ну, блять. Я вчера энергетики перепил, блять, и то... Ты осторожней с этим делом. Сегодня утром в реанимации оказался. Потеряю, ну, вот, да, бойца. Я все равно думал, что мне пизда будет. Я две банки по 0.5 выпил, пока сидел, блядь, здесь. А где линковали там этот шип вот этот? Где шип? Млака. Ну, где-то у них. Что-то не вижу, блядь, где он нахуй. Вот, в самом ближнем мобе, блядь, к... Шип. Под тобой прям, под тобой. Ну. Речь об овце. Я прыгаю. А я не могу его лутануть, да и похуй. Не понял. Чилишь. Там у чувака пятка пропадает, блядь. Эти братаны там этот самый... Помните, еще вчера говорил, там... У вас же ДБМ у всех есть локи, там вот эти мистери. Блядь, не кастуй, вот в приверженце никогда не кастуй никакую залупу, которая тебя шотать может. Вот эти вот касты, которые стрелы там, блядь... Когда они появляются, да, еще вот эти первые 10 секунд, я не знаю, даже 10, может 8. Не, знаешь, в чем рофл? Я, типа, отправил стрелу, и пока она летела, на нем появился щиток, и она отразилась в меня, блядь. Да, вот да, я да, поэтому и говорю, вот я поэтому и говорю, во-первых, не юзайте ничего такое на них, юзайте, если вы кидаете, допустим, ну, порчи киньте там на 2 моба. Да я завтыкал. Милики, куда это помощник? Все, а дальше... Побежали радостные. Дальше просто дайте АОЕшку разок, там вот этот огненный ливень, он нормально сольет. Три моба еще, когда они вместе стоят, танки старайтесь их в кучку сводить. Да нет, там инсекрейшн не ваншотнет лок, если даже отразиться. Типа, испепеление можно, стрелу хаоса, там, ожог души для демонов, это вот поаккуратнее. У тебя по-английскому, блядь, да пятерка была, наверное, да? Инсекрейшн. Это испепеление. Типа это... Инсекрейшн. Как ты сказал, инсекрейшн? Инсекрейшн, блядь. Инсекратион. Инсинерейшн? Сакра, блядь. Ну-ка, а как там по-английски? Инсинерейт? По-моему, инсинерейт испепеление. Ну не инсекрейт точно, блядь. Ну, кстати, может быть. Сейчас два жука еще резнутся. По-моему, в оригинале инсинерейт. Ебать, бидон смешной. Бидон вообще пиздец. Чё за бруджин? А, инерти она. Ну я вот только что долбыл, в смысле, вот КД. Долбыл? Не давал, я не давал. Я вала ебал. Ну сейчас разыграемся немножко. Душ собираешь? Да. На трае не было.
Да вы там и просесть не успели, блядь. Рано иннер закинешь, ты еще сдохнешь, нахуй, иннер впустую, считай, отдашь. Сейчас еще один жук. Жук-паук. Ну это знаете же, блядь, фильм есть «Люди в черном». Вот самая первая часть, где он в конце-то против жука нахуй бился. Сука. Это кто, говорит? Да, пересматривал. Тараканы такие по полу ползут, нахуй. Это, говорит, кто? Да? Это, говорит, твой дядюшка, нахуй. Это, говорит, наверное, твоя тетушка. Хуяк раздавил такой, блядь. Меточка. Там Ажучара разозлился. Кретин, ты хоть понимаешь, как это жжет? Этот голову отстрелил, что за хуйня, говорит. Ставлю рыбу. Так, боешек просто ебанешься, ставьте рыбу. Факт. Мистер Ирелла. Рыба-то стоит. Надо еще покрафтить. Ну правильно, одной рыбы-то мало. Две поставим, богатые. Богатые. А че она дешевая? Нихуя себе. Наверняка делаешь по 50 траев за день. Вот представь, на один, ну типа, на один брейд уходила одна рыба. Бать, прикольно было. Генш, все готовы? А, давайте, как с добрым утром. Подожди, Костя. Стоп, не пуляйте, не пуляйте, не пуляйте. Бафните стамину. А, не пуляйте, не бейте. Что пулять? Блять, Костя, ты... Давай, давай, еще раз отчет. Я подтвердил. Еще раз отчет. Слева молодцы. Контроль 3 секунды. Ты диван здесь, в принципе, сам же видишь, да? Чу. Ай-яй. Бегу, бегу. Чуть не разъебал, блядь, то время. Все хорошо, все успевает. Че вижу? Да, этот, до контроля, типа. Может не заморачиваться, говорить, типа. Вот это вот сейчас 8, 7, видишь, да, эту хуйню? Да, да. А, ну все. Вадикон должен видеть. 3 секунды контроля. Там красавчики косты бьют. Мужчины. Контролем. Киса встал. Фулл баф по шаману. Каску, лапу. Приступ. Лапу я дал. Левая сторона умнички. Правая чуть-чуть проседает. Ну, там Ярик помогает еще. Контроль. Mm-hmm. А, ты мне помогаешь? Контролем, контролем. Окей, ладно. Тогда не помогай, я буду помогать. А вот слева ебаните фанатиков, вы чё, блядь, чё все ушли-то слева? Не знаю. Чё, на приколе, что ли? Перехвалил. Давай, Зивандис, мистери рис. Опять ты убился, нахуй, об моба? Нет, меня фанатик убил. Ладно. Фулбаф паш, по локу. Левая сторона больше урона, Диверженс. Долго подыхает. Молодцы. Контролем. РДД налево там, помогите немножко. Пару секунд. Реверженс, левая сторона. Прими это благословение,
Контроль 3 секунды. Молодцы, фанатика играем. Контролем. Сука, ну как так нахуй? Мы что, переводим сейчас или? Или стопаем? Амлям просто уже. Стопайте. Ну чуть до, под, до 600, до 800 тысяч побед. Сейчас трэш 2 секунды. Давайте как с добрым утром. Напоминаю, ребят, все, кто слева, остаются слева, все, кто справа, справа. И где трэш ресается, там вы свечаетесь. Вставай, киса. Приверженец этом на ступеньках. Все, переводим, и Вилаша, иди ловить. 400 тысяч переводим быстрее по боссу. Пристопните немножко, кто там сильно огромно лутает. Так, поехали, левая сторона. Сразу Вилаша не зыбку давай, на первых духов. Давай не зыбку. Побежали духи. Все, и Биг Дэм там через духов. Дашь, контролим людей. Я треугольник за контролем далеко был. Геншин. Дух, дух мили. Дух прям в босса бежит. Все, с контролем. Героин, дайте. Геру быстрее бьем просто. Духи на лестнице и в центре. Я что-то не вкурю, два или три, блядь. Два. Бежим от духов. Бегите, помогите, блядь. Помогите приверженцев. Сейчас правая часть. Свичнулись все. Справа кто стоит. Духи побежали возле босса. С центра. Духи, бежим. Побежали духи. Зеванди сюда, контроль. Дух слева. Духи, бежим. Гера так и не было. По кругу по ступеньке. Ну КД слили они, значит, ее в КД, блядь. Все, бежим, от леди, возле духи. Буряус и Инновеном, этот Фарлос и Инновеном, на усмотрение массакрус дайте. Просто не хлопайте духов и сразу убьем. Так, справа, справа трэш. Справа, слева. А, да, слева, правда. Духи с двух лестниц идут. Контроль даем. Духи прям в центре бегут. Все, нормально отбежали. Духи следующие появились. Отбежали возле леди и в центре. Бежали от них заранее. Следующие духи, секунда. Духи в это, в кружке. С кружка бегут, съебались. С лестницы тоже на вас бегут. Беги, беги. Беги, потом задамажим. Контроль 5 секунд. Духи побежали. Поможете? Поможете? Приверженцы. Да, да, поможем. Правая группа свечнулись по трэшу. Spirits. Духи в трэше. И в центре возле леди. Прям не тусуйтесь там возле леди. Контроль даем. Spirits. Бонсай на стресс. Водикон на стресс, ареса и все. Это последний БР. Духи побежали, в центре ушли быстрее духи. Милики. Танка хлопнула. Блять, куда вы ушли от хила? Танка хлопнула. Поднимите? Никто не поднимет, уже нету Бэра. Блять. Зивандис, иди в мишки, танчи, трэш. Идите, идите, все трэш убиваем, иначе мы выпанемся. И от духов отбегайте. Да нет, это уже залупа без танка, нахуй. Не прохилили? Че, падаем? Два хэпала. Частицы на холидринке должны быть. Spirits. Ну что там, линканет нет этот аддон ебаный, кто взорвал сегодня? В чате посмотрю. Геншин два раза. Спиритс. Бонсай.
У нас бонсай вроде не отошел от духа, уебал нас. Да, да, я, блядь, отвлекся на мобов. Бонсай, Геншин, нахуй. Геншин, сука. Если что, в медведе в форме мимишки эти трэш не танчатся, они просто ебало шумали. Ну это понятно, ну а хули, все уживает. Геншин, бонсай. Два бича, блядь, вайпнули пол рейда. Факт. А этого холи дринка детали смерти, гляньте, кто его там загрыз. И это. Это не хил. Моба загрязли. Поставь метку, пожалуйста, на паладина танка. Он, блядь, частенько прямо вертит этих фанатиков туда-сюда. Боюсь, он уебет нас. Я фанатиков, блядь, отвернул спиной, они стояли к рейду. Лицом, блядь, в стену. Нормально держит. Он нормально все держит, вы тоже... Не, блядь, я не говорю про весь прямо бой. Просто на второй фазе там были моменты, я аж, блядь, в ахуе отпрыгнул сразу. Главное, отпрыгивайте еще. Это, резаемся. Сейчас неплохой. Ой, тащите танка. Я ушел. Кто ушел? Холи Дринк. Мне на работу. Что, по делам, а? На работу. А, ладно, давай. Что-то есть у нас? Кому-то накануть. Брарник есть. Танка. Больно. Это, может, когда БР закончатся, тогда мы начнем как его? СС раздавать там. Надо сначала СС дать, потом уже БР давать. Сейчас дадим. Ну, либо так. Ладно, парни, удачи. Давай, Костян. Счастливо. Привет тебе. Да хранят тебя. Как мы теперь без прота будем? Так, что там? Дело какое-то в гильдии подошло. Так, минут там 15. Там притон есть. Еще притона бери, много дамажит. Давай, где он там? А у станок-то есть третий? Да, рарника. Да все есть, все есть. Все нормально. Притон. Ярослав, тебе же мега хуёво, да, по трэшу бить? Ну не прям мега. Если тебе сводит в кучу, то вообще заебись. Если нет, то мега хуёво. Ага. То я думаю, кого, мне стоять направо помогать или тебе? Тебе удобнее будет справа ветры кидать? На первой фазе или на второй хочешь как что-то делать? На первой. На первой удобнее ветра кидать с трэш. Давай тогда ты, короче, на постоянку на трэш переезжаешь на правую сторону. Ну ты должен понимать, что урона как бы особо не будет. Да я ничего страшного. Я тоже посижу справа. Потому что у нас сейчас... Рарник, танк спектр. У нас минус рарник плюс притон, в принципе. Может, это не так страшно, на самом деле. Фиолетовый захватывает рейд. Это... Да. Айновен тоже вторую частицу на рарника забрасывает. Он там с этими мовами стоит. Так. И кто там? Зубраджин, ты держи щит земли на рарнике тоже. Чтобы он, блядь, не сдох вообще никак. Все тут вроде. Так. Чё, так же, значит, как ты говорил там, слева вы зергаете 5 локов, да? Два раска тогда можно уже убрать отсюда. Да, притон слышал, ты слева, как вчера делали, локами, то же самое, что и вчера. Всё, здесь притон? Пусть не фрейчит. Или скажи что-нибудь. А он не здесь. Ну давай, по СС. Какой нахуй, его надо сюда тянуть, что это такое? Сейчас будет в гелию в ДС не заходить. Этот, что по СС, значит, давай взятый, будешь по КД кидать. Зивандиса я буду кидать. Кидай на Зивандиса. Краш-тесты кидай на... Сука, на Геншина кидай, вдруг ДС сдохнет. Потом Дримбаток кидай. Давай на Войда, а мистери кидай на Вадикона по КД. Если отваримся, хоть будет шанс встать. Ну и как откадешься, так новый делайте и заново кидаете. Краш-тест тогда СС суй по ноу-стрессу. Краш-тесту я сказал по Геншину, а притон еще остается. Не-не-не.
Притон, давай тогда ты по настрессу. Краш-тест ты по Геншину, по ДЦ всегда даешь. А притон пускай по настрессу дает. Чё? Так, я по Void Con, правильно? Да, да. Дримботок по Void, Мистери по Void. Вроде так говорил. Всем привет. Здорово. А мне надо по коммунити свет скинуть? Да, надо. По настрессу кидай. По вару. По КД. По КД. Хорошо. Так, рыбу все пожрали там. Так, Притон, ты слышал, да? Слева, как вчера. Да, да, понял. Угу. Все готовы, да, счет? 5, 4, 3, 2, 1. Давайте, просто добрым утром, мужики. У нас 3 человека, да, слева бьет трэш вообще, или что? Или больше назначено? Ну, вообще 5 должно быть. Везде. Вообще 3 бьет, блядь, сейчас. Все нормально везде. Милик разъебан. ДСС, да куда ты в призрака-то встал? Ёбаный да, в рот, блядь. Не то нажал. Пробуем так. Метка череп, правая группа. Топнули. Милики, нам надо помочь с меткой черепа. Нам ты не в сил противиться моей воле. Восстань и обрети истинную форму. Мистер, а ты не можешь в центре стоять? Братан. Вы чё угораете нахуй справа? Почему фанатик умер раньше, чем приверженец? Внимательнее, ребят. Правая группа. Троллим. Сзади приверженец Милики на ступеньках. Крипните его направо. РДД, правая группа, по приверженцу сыграли. Метка череп. И покажи чужакам мощь нашего господина. Милики-то тоже включайтесь. Добьете свою хуйню. Вы осознали бессмысленность своей не в сил. Следующий череп для Миликов. Для всех череп. Правый групп. Сейчас встану, кинь щиток. Фанатика правая группа. Череп правая группа. Давай Вадикон Притона на все бабки хули. Да ебать, ну он как, блядь. Справа все еще не залили. Там второй трэш. Ну это хуйня какая-то, народ, ну серьезно.
Ну да. Бить перестали. Ложимся. Лужу заходить. Так, я не понял. Правая группа. Чё за хуйня? Ну а кто там справа бьет? У нас вар... мимиков очень много с правой группы. Не, выходит крайний левый приверженец, его бьют только РДД. Какого хуя? Справа, справа, если ты про рейд говоришь, там, ну, стресс, который с пула лежит, покинул тело. Рарник в танке, и получается там миликов вообще нет, только один Зивандис. Миликов вообще нет. Ярослав. И вы вчера говорили, что милики начинают бить с правого приверженца. Сегодня никто ничего не менял. Поэтому... Ну, вопросику. Нет, все, все бьют крайнего левого. Ну, у нас из физурона, кто снимать щиты может, это хант, который 7000 дает. И кот, а три роги чилят на боссе. Поэтому справа уже такая залупа. В трех рогах проблема. Может, три роги поставить туда, а кота наоборот на босса. Это очень неэффективно будет. Просто пиздец. У нас там ровист пришел. И что, ровист? Куда его поставить? Не БР, кот. А ровист это кто? Это этот... кот. Котик. Да это кот. Ну или сова, может. Сова. Ты, ты нам зашел? Нам бы ретрика или вара еще одного, блядь. Нам бы, да, нам бы вот вара, блин, пала, я не знаю. Так а может ровист зашел этот войд на ДК, а милифицист на вара своего? Это очень хорошая мысль. Ну, кстати, Слава уже зашел на сову, потому что не было у нас друида. Теперь друид есть. Это очень-очень хорошая мысль, давайте. Это минус сова. Ну, а варианта другого нету. Рависта тоже. У рависта тоже есть сова. Ну, так мы можем просто добавить одну сову, заменить его на кого-нибудь менее полезного. Давай ханта уберем. И остаться в 4 друида. Это же лучше, чем 3 друида. Да лучше. Ханта убрать, наверное, лучше будет. Как думаешь, пик дэмэдж? Да, мне без разницы. По сути дела, но... так. Но нам малефицист по-любому нужен. На правую сторону. Правая сторона. Ну да, в два фурика это поприятнее трэш. Я сижу, ноги на стол, две кнопки жму, блядь. Не сейчас, рано, сейчас ты будешь 10 кнопок в секунду жать, блядь. Заходи на своего дувара. Мне даже уже больше начинает на ДКшке нравиться, чем на варист. ДК-вар говно, потому что. Не, вар заебись. Ты говно, блядь. Надо. Пианино ебаное. То ли на ДКшке no brain, блядь. Мозг и одна ниточка в черепной коробке, блядь. Точнее, мозга отсутствие полное. Две кнопки нажимаешь. Будешь спасать рейд, нахуй, своим 2 миллиона в трэш. Щиты разбивать, что ты там, криты по 30 тысяч, да? Будешь с трех ударов разбивать просто щиты. Да, сейчас, внимательно, пожалуйста. Для всей правой стороны приоритет крайний левый приверженец. Тут Никоблин прыгает. Обратите внимание. Это очень важно. У нас Хэлла зашел. Если ставишь метки, делай это внимательно. Тут раз поставил череп, когда был вообще справа могущественный один. Переродившийся уже приверженец, его никто не бил, за то, что метку поставил на череп. Кого мы убираем? Ханта? Тыкните на само. Пока не убираем. Но нам-то милликам метки не нужны. Те, кто трэш бьет, мы и так должны все знать, кого бьем. Да, все должны знать, кого бьем. А, ханта! Ханта, так биг дэмэдж, а ты? Ну да, убирай ханта, тогда хули вариантов нету. Хант, если интересует, можешь посидеть дальше, почилить. Я не знаю, с какой-то гильдии. Ты можешь вступить в нашу, получить ЕП. Все на постоянку убрали. Гримдарк.
Этот Эвилаш, ну тогда как вчера мой звездочка и ближний к леди, а твой этот самый. А кого вы добрали? Раиста. Ну, друида. Поменялись просто классами другие люди. Чербы... А паладинов нету? Рыбу ставили, нет? Да. Дальше мы можем не пройти, это освоение леди, видишь? А у хэпалов нет ретриков? У меня есть, но он без Т4. Если типа Зеландиса сделать, все-таки я жду. Че без еще один будет ретрик на трэш. Ну... Какой есть, блядь? Не понял, че Зеландис? Это лучше, наверное, чем кот, нет? Зевандиса в Эждру. Не знаю, но ретрик, наверное, хоть какой-то он лучше, чем кот по трэшу, не? У нас типа, ну, по боссу играет три роги. Он в Эждру, а кто вместо Рарника будет танчить? Там Фарло вроде сказал. А, Рарника танчить, чё? Ну, Рарник в танке сейчас. Про какого ретрика ты говоришь? Или ты чё хочешь? Я, мне показалось, что Фарло сказал, что... Да, меня... да, у Фарло есть ретрик, но он дерьмовый. Дерьмовый? Так нахуй нам дерьмовый? Не надо. Так, все, не надо придумывать велосипед, у нас все типа норм. Сейчас надо просто попробовать еще раз. Равист квадраты, Вадикон также треугольники, а Зевандис также луна. По контролям, не проебитесь с контролем, самое главное. Пристабафа не вижу, но все. Дримбаток, блять, на этого, на Рависта. Если ты на меня кидал, то на Рависта кидай. Мистери на Вадикона. Взятый на кого кидал? На Зевандиса. Краш-тест на Геншина, Притон на Ностресса. Все так же. Так а что нам одного ДК-танка может во вторую группу тоже закинуть? Чтобы баф висел. Че за баф? А то вас двое в первое. Септик-то, конечно, да. Вот так вот сделать. Да-да-да, о. Они на весь рейд даются, если чё. И чё, какие вы бафы хотите? А, цепки на весь рейд, действительно. Да. Давайте, нажимаем, ребят. Все готовы? Нафиг мне две частицы. Стартуем, ебать! Спускай будет, не сдохнешь на второй фазе. Да кто, блядь? Какой хантик? Ну чё, пам? Поэтому Мирик его бейте со щитом. Ложимся. Да, да, давай не будем ничего тратить. Как бы два приемца стоят, они под щитами, их никто не сливает. А че вы там умерли? Это взрыв. Взорвался. Да. Бля, не захиливайте, пожалуйста, зачем? А все, падаем, да? Да. Да, падаем. Глаша лежит, так что плохо. Что-то залупа какая-то справа все равно, нахуй. Вообще да, никто не залупа, он просто, блядь, начал каст, подбежали все и взорвались, блядь, и ебал он в пол вибрации весь бой. Там радиус действия 200 метров. Воин. Там, кстати, и да, я достаточно далеко стоял, даже мне поебало прилетело, я хоть и не сдох. Так они стояли почти в центре пола. Тем не менее. Сейчас первого-то приверженца, в принципе, нормально убили. Дальше хуйня началась. Кто у нас физушники справа вообще? Малефицист, Ностресс, Зевандос. Не 200 там, а 50 метров. Ну, Акиса магия, да? Чем могу помочь? Так, Акис это... Энх. А, это Энх, это тоже физушник.
интересно. Может, еще раз надо проговорить, кто кого бьет? А то я смотрю, тут три человека бегали и все. Три упали и все, никто не бьет. Один там милик кто-то прыгал. Надо следить за ними. Где звездочка, давай? И бьет на стресс. Зевантис. Да нет, 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 проще можно. Смотри. Слева все локи, кроме взятого. И два носка. Справа все остальные дамагеры, кроме рок и шп. Че, два носка в босса или че, не понял? Два носка либо... слева. Все, окей. Слева фреш. Все остальные, это получается что? Это получается три роги. Кот, нет, сова, Нет, все остальные, это получается кот, два варчика, энх, шипы. Я на этом своей, совы, бонсай. И шп. Все. Нет, роги и шп на боссе висят. Еще раз пробуем. Пристабав еще дайте на хп, который. На хп дайте пристабав. Присты. Ребят, которые милики, к леди вообще на первой фазе не подходят. Даже со старта. Стойте, ждите трэш. Да я чё. 5, 4, 3, 2, 1. В эти священные покои это место станет вашей могилой. Второго приверженца шутаем. Милики, РДД по фанатику любому. Ну, можно же, блядь, если захотеть. А-а-а. Помощи пиш, подмуйтесь, пожалуйста. Милики, возвращаемся с босса встречать боевов. Щелкаем приверженец. Вот долго очень, милики очень долго шли. Приверженец появился, вы ему уже, и уже должны ебало сломать. Второго приверженца бьем, правая сторона. Слева там в порядке все. Успеваете? Пойдем успеваете. Кто-то думал сэфирнуть фанатик. Притон убил. Тивандис, давай бонсай Алисы. Сразу фулбаф помогу. Ману Алисы. Этого милики РД по-другому, другой не почитом слева там побейте могу вообще. Че, слева нормально у вас, слева понял, успеваете. Дровист, два носка ресы на первой фазе БР, сейчас сольем нахуй, заебись будет. Как два носка умер вообще? Моб пришел и ебал. Танки, в чем проблема? Вот этого. Приверженец слева в щите. Метка не в щите. РД справа по фанатику, да? Давай водикон лок аресы, последний бэр. Охуенно. Фулбаф. РД правой стороны налево, помогите. По сторонам разбежались по своим. В
Можно ложиться. Да. Вот так, интересно, почему такая залупа происходит? Ебать, вы как сдохли все? Ну, меня тычка от притона прилетела на 70 тысяч. Притон? Каким образом ты бонсай умудрился убить? В контроле он стоял. А в контроле все, вопросов нет. Просто вы так четко распределили контроль и... Да я хуй знаю, то ли все так ими придерживаться пытаются жестко. Просто притон стоял слева, он был с моим месяцем. Он стоял примерно вот на этих черных коврах слева. Я бил трэш справа. Я пока до него добежал, даже от заранее отбежавший. Плюс один резист, и все, он убил человека. Просто никто, по-моему, не помогает больше, или я хуй знаю. Сейчас сова стоит, кастит просто. Один циклон ушел. Двое в контроле, третий стоит в касте, никто ничего ему не дает. Так вот. Так, ребят. Это полная залупа. Надо контролировать. Не только же друиды могут контроль. Достаем кнопки, локи, лики смерти, эти, блин, присты, этот, он, блядь, ментальный крик ваш ебаный. Уваров есть что. Если видите, что рядом с вами стоит хуйло, которое не законтролено, суньте вы ему этот койл, суньте вы ему этот крик. С вас, блядь, одно КГД вам стоит. Не всегда друиды успевают, всегда друиды в рейнже оказываются. Нет, перекуров не будет. Мало еще сидим. Будем страдать, блядь. Сейчас справа все неплохо было, слева какие-то проблемы начались, люди там себя убили. Так, бонсай, я понял, как умер. Два носка убил моб. Как это произошло? Как? Агро не хватает, видимо, или что, не знаю. Подожди, тебя какой моб убил? Милишник подошел, у меня все сдано было. Фанатик, даже да? Ни зеркалки не было, ни иглы бы нихуя. Фанатик тебя убил. Ну ты сначала зерганул, ты сначала зерганул квадрат, да, приверженцы, и потом стал фанатиком. Ну конечно, я всегда только в этого играю сначала, да. Там они, блядь, странно как-то, да. Я не понимаю, то ли на пулу не хватает на рарнике, если то ли что, я если хуй что, знает. Танки. Нет на пулу там. Равист, маленький момент, короче. Да, у нас слева нет на пулу. Просто слетают к хуям собачьим моб. Ну. Не равист, кто слева? Рарник же, значит, да? Угу. Рарник, смотри, маленький момент. Ты, короче, приверженца можешь не трогать. Приверженец, даже если он кастера бьет, он его не убивает. И учитывая то, что он живет 7 секунд, ты на него просто хуй клади и озаботься тем, чтобы фанатики на тебе были надежно. Чтобы у нас люди от них не умирали больше. ПСА тут нет. В остальном... Ребят, по контролям повнимательнее, пожалуйста. Видите, что бегает незаконтроленный? Суньте что-нибудь. Сейчас, если дохнуть будете на первой фазе, БР их нету, нахуй. По 6 минут, нахуй. Имейте в виду, нахуй, это полная залупа. Так, СС, может, раскинем? СС вам СС говорили, на кого кидать. Все. Давай, Арчи, напомню. Все готово. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Дал череп. Ты не в силах противиться моей воле. Ну, я сейчас трэш разъебали вообще за 15 секунд еще. Все стоят, чилят. Милики, возвращайтесь на позицию.
РТД по правому. А, он стоп. Хорошо. Дайте вейжен, давайте, пожалуйста. И вейжен, и коши, роги. Нихуя не попадается склону. Блайнды свои дырявые еще тоже. Не отходим никуда, правая сторона. Отлично. Тоже он справа. Великий по приверженцу, РД по фанатикам. Встречаем урода. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Ты не в силах противиться моей воле. Да ебаный циклон. Что, резист, ага? Да не циклон, а этот кайфун ебаный. Ну зачем он нужен? Потом еще въебывать по 10 тысяч. На себе испытал. Встречаем уродов, милики. Чего вы его там стопорите? Его сюда надо везти. Вы хоть тут его ждите, везде хотя бы. Это нормально там все. Он умирает, значит, все хорошо. Он не в кливе стоит. Он не в кливе стоит. Это залупа полная, блядь. Почему-то пить его с самого начала в себе, с самого начала. Угу. Четыре пачки мало, все хорошо было, сейчас что-то сломалось. Потому что моба одного бьете, стоите нахуй, а здесь трое нахуй. Малифицист лежит, чилит. СБР через 15 будет. Малифициста реснешь. Рисуй малифициста. Да ляма там подведите босса. Немножко, 5 секунд лишних еще подамажьте. После этого трэша надо переводить. Подбейте еще лям. Два ляма. Ну ресните. Все, лям на боссе, трэш переводим. Вставай, малифицист, убав по нему. Дайте инер какой-то, пожалуйста, два носка. Притон не сдохни. Все, босса переводите. Побольше, больше по боссу, 8 секунд. Все по боссу, все забыли, по боссу быстрее. На 4100 тысячах трэш ждать, блин. Быстрее секунду трэш. Все, на пул и на войда. Правая группа. А, трэш не там. Трэш не там, перебегай. Трэш за контрольте. Приморозьте трэш, чтобы протопал пришел, собрал. Связь. Духи побежали. Вилаша, давай Т4. Я потом дам. Фарла лежит, чилит. Рави стрессой фарла. Спирит. Духи внимательно. Все, маны музолей. Духи побежали. С, это, на лестнице от входа бегут. Героизм сдайте. Spirits. Духи появились, перебегаем. Трэш с левой. С
стороны, левая группа, все свичнулись. Духи новые в центре ушли, убежали милики. На пол из сена вела наша следующая. Spirits. Духи побежали от кружка, от леди бежим, у нее дух еще. Два шамана, ставьте тотемы, Песа гимноману. Духи побежали. Spirits. Побежали с центра духи. Следующие напылы на войда даем. Побежали духи на лестнице от леди, уходим. Правая группа, трэш. Блять, стан. Трэш, помогите там это добить. Пару доток киньте все. Соу, дух возле леди, побежали. Фарла, давай массакру. Побежали возле леди дух. Милики, бежим, сука. Навен на следующих духу. Давай массакру. Бежим от леди духи. Милики, бежим. На трэш бежит на паладина. Контролим. Стопните ОЕ, не убейте своих. Духи побежали. Центры ушли. На пулы все на Эвилашу сейчас дают. За контроль я сейчас убью Вадикон. Левая сторона трэш. Вадикона захилить. Побежали от леди дух. Дух в леди. Бежит. И один навстречу бежит. Сейчас исчезнет. Продиспейте лока. Духи побежали, в ромбике дух. В миле. Топала бежит. Один в леди бежит. На Вилашу на пулы. Spirits. Нажимайте этот на стресс в бонсае. Дух слева, слева. Я скину, я скину, скину. Побежали духи в центре. Контроль по магу. Этот. Сука. Малефицист в краш-теста дашь вмешательство. Spirits. На стресс в пэса дашь вмешательство. Правая группа. Вот у ёбки, блять. Кто это? Равист. Одного духа хватило. Минус 11, нахуй. Он в нем сполнился прям. Сука. Я думал их три, а их два, оказывается. Так это еще проще. Да, да. Там минута берсам все равно не убили бы нахуй. Ну да. Пиздец. Вчера мы за это время было у них столько же процентов и 4 минуты до берсы. Ну, смотрите, как краш-тест дамажит. Охуенный лог. Краш-тест, пошли в гильдию ко мне, блядь, с 16 до 20 рт. Будешь всех унижать. Spirits. Или чё, или где ты играешь? Ну а так вообще, РТ не подходит с 16 до 20. Может, кем-то другим, хуй знает. Привет тебе. Ну а что, дамага мало, блять, босса. Я с трэшем ебутся. Четырнадцать тысяч, первый по дамагу спирит. 14 тысяч с историей одинаково. Это потом очень мало. Тест. Да. Это очень мало. Ну а так вот, если посмотреть людей, у нас не все же спеки охуенно одеты. Мы-то когда сюда подходили, у нас там 260-е все было. 264-е, блядь. То есть, ну, обычка зафармлена. Все печати. Вот тут у людей 45-е печати. Ну, вот эти вот камни быкашные еще не все стоят. И этот, как он называется? Ну, вчера была пачка посильнее. Побольше и давали до пояса.
Вары очень мало. Манифицист сдыхал, по-моему. Да. Не, надо, я думаю, надо их держать на леди, нахуй, потому что Зивандис, нахуй, с Малифицистом, с Акис, они по двадцатке дают. Им надо бить леди, а вам надо свечиться. Вот вы бьете леди, и вам надо свечиться в три моба, нахуй. Вот скажи, не прав я. На второй фазе. Не на первой, на второй. Ну, вот локом, когда вы зергаете моба вот этого приверженца, вам также надо свечиться. Короче, милики могут туда прибежать, но не на постоянной основе, потому что ты смотри, их дамаг, они все по двадцатке могут давать. Малифицист может босса двадцатку держать, Акиса может держать, Зивандис может держать 19-20. То, что они там по 7000 чилят, это полная залупа. Они просто бегают от трэша к трэшу. А вы двадцатку не можете дать, у вас только 12. Короче, так, давайте... Как бы все свечуются. Поставьте рогу, пожалуйста, одного кого-то, наверное. Вот ладно, на левом, блядь, давайте попробуем так. На второй фазе история, ты будешь бегать с рарником, напуливать на него три моба вышедшие. Все остальные милики на боссе. Как раз там будет Зивандис близко, ну, рейд вокруг леди же тащится, тебе ближе будет с контролем. Не от комнаты, не от края к краю бегать. А трэш, который будет выходить, который будет рарник держать, давайте будет РДД зергать. Ну, вот в частности, 5 локов, я думаю, вы зерганете быстро. Семечки там докидаете или какую-нибудь хуйню. Потом кто есть? Ну, 2 мага тоже какую-нибудь бурстовую хуйню покидайте. Ну и ШПшник Песа, нахуй. Ну и бани там, я не знаю. Приверженцы так быстро не умрут. Они потом... Я вот смотрел, в точности наоборот все делают. Наоборот, лучше РДД, что на леди. Прикинь, на второй фазе, если духи будут все в мили, и на леди бьют, блядь, милики все. Тогда мы не убиваем, понимаешь? Я про что говорю? Я ж только что это объяснил. Они по двадцатке могут давать... Блядь, мы не убиваем, потому что у нас люди взрывают. Ну, люди взорвали. Хотя минута берса это тоже аргумент. Ай, блядь, вот давайте для начала. Давайте для начала попробуем, как я говорю, а потом уже посмотрим, сколько там до берсы будет и какой ДПС. Вот сейчас я вижу ДПС, это полная залупа. То есть, ну, Малифицист, я говорю, если он будет леди бить, я думаю, он двадцатку будет держать. Дивандис то же самое с Акисой. Три двадцатки, это не 14 тысяч, нахуй. Ну, с контролем, если я буду контролить, я нихуя не дам. В любом случае, на 10 секунд просто АФК стоит. Не, ну это понятно, ну хотя бы 13 тысяч дашь, как краш-тест. Чё ты говоришь, история? Я тогда фулл клиффбилд зайду и это буду на трэш сеть. Да, давай. Потому что у меня не будет урона вообще тогда. Давай. Ну, давайте так попробуем, потому что сам посчитай, вот смотри, вот я на себя звезду поставлю, вот смотри, я такой милик, нахуй, вот вторая фаза, да, такой пришел, бью тут с рарником трэш, прыгаю, бегаю, там, духи, ага, отбежал от лужи, блядь, и мне надо через всю комнату бежать, тут леди водится где-то, и там уже новый трэш выходит, я за рарником такой бегу, вот представь, нахуй, а все это время, блядь, сколько секунд это было, это уже 15 секунд прыгаю, нахуй, сюда, за это время можно столько дамага внести в босса, блядь. Милики должны на боссе прилипшими сидеть. Исключение, ну пусть с ним один история будет. А вы, РДД, вам как переключиться? Вам же надо бежать. Вы вот тут стоите такие. Войт, ты сейчас увидишь, в чем проблема будет. Я про то, что духов хлопать, это я понимаю, нахуй. Ну, типа, а как вы хотите убить за минуту до берсы? Сколько там, 30 лямов? Можно. Давай так попробуем. Если будет лучше, то надо так делать. Че там? Бровист или кто это? История там. Войд, Гоя в кота и в леди. Ну давай. И больше ДПСа будет, чем от СВ твоей. Ты в коте-то двадцатку даешь. Попробуем. Ну типа с контролем, если залупа будет, вы все равно имейте в виду, контрольные люди, они убьют нас. История, вот где квадрат, там рарник танчит. И на второй фазе там то слева, то справа появляются. Так, кто на леди сидит из миликов? Все милики первый сидят на леди. Вообще все? На второй фазе все милики, кроме истории, на леди. А, на первой все как обычно, да, сейчас? Да. Ваша задача
находиться от леди так, чтобы вы видели духов, обзор был хороший, чтобы вы их не хлопнули ни жопой, ни спиной, никак крутитесь там почаще. Но в босса постарайтесь больше дать, иначе мы хуй когда убьем. РДД, они могут повернуться, нажать тап нахуй и уже дамажить, а вам бежать нахуй 15 секунд от стороны в сторону. Это размен хуёвый очень по ДПСу, потеря огромная. Трэш хуй с ним на первой фазе побьем так. Не рыбу ставим? Давайте, да? Давайте справа только нормально будем бить трэш, а не как обычно, блин, все сводятся, а мы одного мобастаньку ярим слева. Я вам скажу, вы просто его там не начинайте бить, дайте ему, я в него даю ЛПшку, дайте ему дойти до звезды, я же его с ЛПшки, со звезды даю ЛПшку. Мистерии из Убраджин нету. Да вас тоже можно понять, что... Давай, Вилаша, поменяемся с тобой, я погрипаю с этой... Поебусь с лестницей, слышишь? А ты с этой стороны поебешься. Давай, а то мы, блядь, привыкнем нахуй к этой хуйне. Ебать, у вас разнообразие, конечно, там. Проверка завершена, даю отчет. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Меня избивают! Надега, снимите видок у него, он стоит хилиться, будет бывать. Ну, педрила, блять. Приверженец стоит там, щит на нем, разъебите, вот, в звезде. Снимите с него физурон. Физуроном. Вилаша вылетел. Я думаю, можно не бить без Вилаша. Он только зашел. Давай, мучиться не будем. Ложись. А что ты ему ослепление не кинул? Притону. Он мне фир дал. А ты ему ослепление, да? Ложись. Положимся или что? Да. Вилаша вылетел за воротами. Минуточку. А киса? Здесь? Я в таких случаях говорю, к сожалению, блядь.
киса. Плюс они вычет, пожалуйста.